Итак, мы переходим к разбору маленького эпизода из фильма «Экстра», из сериала «Экстра». Это немножко сложнее, чем «Свинка Пеппа», но тоже не сложно. Для уровня elementary или для уровня даже beginner это вполне себе подходит, даже для уровня pre-intermediate. Потому что я еще раз напоминаю, что мы отрабатываем грамматику, мы тренируем грамматику, мы не изучаем сейчас исключительно лексику. Поэтому вот именно из-за этого вы не должны перегружать себя лексикой. Мы берем очень такой достаточно простой материал. А сейчас мы попробуем сделать то же самое, что делали со свинкой Пеппой, но вы будете делать больше самостоятельно, больше самостоятельной работы. Итак, поехали. Давайте пробежимся по лексике. Итак, finding a girlfriend. Finding a girlfriend. Вот здесь я подчеркиваю, finding a girlfriend is easy. Найти девушку себе легко. Здесь я подчеркнула это как грамматическую конструкцию, потому что все-таки мы видим здесь герунди. Finding. То есть не find girlfriend is easy, найти, а вот finding, да, нахождение как бы девушки, то есть найти девушку достаточно легко. В данном случае мы используем инговую форму. То есть как мы можем использовать это как шаблон? Ну, например, traveling is funny, is interesting, is gripping. То есть путешествовать – это увлекательно. В русском языке у нас даже глагол идет здесь, да, путешествовать – это легко, это, в смысле, это интересно. Или, допустим, shopping is funny. Или reading is gripping. Дальше, on the internet. Вот такая странная вещь. В интернете у них на интернете. Это надо просто запомнить. On the internet. Get girlfriends. Получать, находить. Вот в данном случае он говорит про парней, которые знакомятся с девушками. Get girlfriends. Вот можем сказать, что познакомиться с девушкой – это легко, по аналогии с предыдущей конструкцией. Getting girlfriends is easy. Loads. Ну, значит, до кучи девушек. Loads. Wow, man. Это, ну, типа, вау, чувак, да что ты? To love doing something. Вот когда вы говорите о том, что вам что-то нравится вообще, ну, вообще-то правильнее сказать love doing something. Хотя мы говорим и love to do something, но love doing – это как раз-таки любить что-то вообще. Допустим, I love dancing. Я вообще люблю танцевать. В «Свинке Пеппе» предыдущей серии мы видели конструкцию love to scare. George loves to scare. Я тоже это выделила, потому что вы можете сказать и love to do, вы можете сказать и love doing. Дальше. Ну, допустим, мы, кстати, сразу можем объединить несколько выражений и сделать свое предложение здесь. Ну, например, I love finding girlfriends on the internet. Вот, пожалуйста, все объединили. Итак, дальше. Следующее. Like this. Типа того. Ну, типа того. Like this. Leave it to me. Оставите для меня. Повелительное наклонение опять. Leave it to me. У нас уже мы встречались с повелительным наклонением в предыдущих сериях в «Свинке Пеппе». Leave it to me. Тут нет подлежащего. Сразу, да, идет сказуемо. Leave it to me. Do it. Open it. Don't cry. Garden spray – это спрей для цветов. Garden spray – look for – искать. Например, я ищу девушку. I look for a girlfriend. I look for a girlfriend. Я ищу девушку в интернете. Давайте, пожалуйста, объединим несколько выражений. I look for a girl on the internet. I look for a girl on the internet. Или я ищу там спрей для цветов. I look for a garden spray. Но мы употребляем это в present simple, потому что мы сейчас отрабатываем это время. Washing powder, порошок. Но если вы знаете это выражение, то красным его не выделяйте. Очень хорошо, если вы распечатали уже этот листик и сами сейчас выделяете маркером новые слова, там незнакомые слова. Итак, hot. Не только горячий, но и у девушки горячий тоже hot. Дальше. We will get lots of girlfriends. We'll get lots of girlfriends. We will get.
Не a lot of, а lots of. Это будущее время Future Simple, которое мы еще не проходили, но я его сюда включила. А что здесь важно? Ну, get girlfriend уже повторяется, тут уже было get girlfriends. We will, то есть вот он шаблон, а вот он, вот он, вот эта конструкция. We will do, допустим, мы победим. В свинке Пеппе был у нас такой глагол win, побеждать. We will win. Мы найдем это. We will find it. Мы будем это искать, вот, допустим, look for, объединяем два выражения. We will look for it. Окей. Дальше. You must change your aftershave. Aftershave – это средство для бритья. Aftershave. You must change your aftershave. Вот модальный глагол must, та часть, которую вы меняете здесь, это вот change как раз. Вы видите, что you must не... Не to change, не you must changing, а именно you must do it, you must change. Если вы помните по эпизоду свинки Пеппи, там были глаголы should do, could do. То есть модальные глаголы эти употребляются с инфинитивом. You could do it, you should do it, you must do it. Must – это вот обязан. Тебе обязательно это надо сделать, очень императивно. Следующее немножко тут не видно, извините. Let's – это тоже повелительное наклонение. Let's go out and celebrate. Celebrate – отмечать. Давай пойдем и отметим. Когда вы предлагаете кому-то что-то сделать, вы говорите let's. Let's go out and celebrate. Go out – куда-то сходить, да? Let's go out and celebrate. Дальше идет план, собственно, того, что происходит. Мы сейчас будем смотреть и будем этот план писать. Если же сейчас какие-то выражения еще дополнительно покажутся вам интересными, пожалуйста, сразу ставьте видео на паузу и выписывайте эти выражения. Красным вы выделяете то, что новое, а желтым – скелетики наши, грамматические конструкции интересные. Finding girlfriends on the internet is so easy. Okay, Hector. Question one. How do guys get girlfriends? Girlfriends? Yeah. Girlfriends. Oh. Oh, no girlfriends. Me. Never. What? Never. No girlfriends. No. Обращаю ваше внимание на то, что данный герой Хектор, он приехал из Аргентины, и he comes from Argentina, but he doesn't speak English, но он не говорит по-английски, and he makes a lot of mistakes, и он делает много ошибок. And he says... Me. Never. What? Never. Yeah. He says, oh no, girlfriends, me. То есть он просто делает ошибки, не надо это повторять. То есть знаете, что этот герой плохо говорит по-английски, и это вызывает много смешных каких-то моментов. Girlfriends, me. Never. What? Never. No girlfriends. Wow, man. You, Nick, you have had girlfriends? Yeah, loads. Ten? Ten. Hundreds. Wow. So, I know what girls like. They like fast cars. They like money. They like dancing. Oh, I love dancing. Like this. No. Dancing like this. Hector, leave it to me. Leave it to me, my friend. I have a plan. Oh, Hector, Annie's plant. Her garden spray is in the bathroom. Oh. Garden. Garden. Garden.
Окей. Ну что ж, как вы видите, план мы пишем сбоку, но во время просмотра вы понимаете, что очень многие выражения, они подходят в этот план, и чтобы мы не повторяли их и не писали еще раз, вы просто можете брать стрелочки и сделать стрелочки от нужной лексики в нужный кусочек плана, да, вашего. Итак, мы проработали лексику, вы придумали свои предложения, я надеюсь, что вы все-таки это сделали. Я рекомендую еще раз, повторю, наверное, объединять разные выражения интересные, грамматические конструкции, и уже здесь, на этом листике, вот на нашем, который мы имеем, делать уже предложения из них, составлять из них предложения. Итак, этот этап мы прошли, мы переступаем ко второму этапу, watch again, plus pauses and speak and comment. Сейчас мы будем заниматься уже комментированием эпизодов. Я с вами сделаю только первый кусочек этого эпизода, первую часть, а дальше вы будете делать уже сами. Видео прикреплено к данному документу, вы сможете его смотреть и останавливать и делать задание. Третьей частью вы будете смотреть уже это видео с субтитрами и дублировать, и комментировать, и дублировать этот фильм, как мы это делали со свинкой Пеппи, собственно. Ну что ж, поехали. Okay, Hector. Question one. How do guys get girlfriends? Girlfriends? Yeah. Girlfriends. Oh, no girlfriends, me. Never. What? Never? No girlfriends? Wow, man. You, Nick, you have had girlfriends? Yeah, loads. Ten? Ten. Окей, ставим на паузу. Вы можете смотреть чуть дольше. Я вот такой кусочек маленький выбрала. Окей. Nick texts something on the computer. He is on the internet. He says that finding a girlfriend is easy. And he asks Hector about his girlfriends. But Hector says that he doesn't have any girlfriends. So Hector doesn't have girlfriends. Nick is surprised. He is shocked. He says, I have loads of girlfriends. I have loads of girlfriends. Hector is surprised. He says, wow. Okay. А теперь ваша очередь работать дальше. Удачи!